Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Дегустация личности», авторская программа Александра Винника. Программа «Дегустация личности» – это программа о вещах глубоких, подлинных, которые, может быть, и составляют основу смыслов, может быть, определяют сам смысл нашего существования, но которые, к сожалению, в наши времена не модны и очень часто не востребованы. Я приглашаю в студию людей, которых считаю подлинными цельными личностями, с которыми я могу говорить о таких важных вещах. Сегодня мой гость – заслуженный артист России Георгий Хачатурович Мартиросян. Да. Я король. Чему скрывать? Скрывать действительно не надо. Закрой рот и ешь! Блин! В этом доме уже слова нельзя сказать, понимаете, да? Блин, говоришь. Блин. Это блин, вот это блин. И запомни это на всю жизнь, что вот это блин. И не употребляй мне никогда этого слова. И понял? Ты прекрати! Не понял юмора. Ну, мы немножко преувеличили. Там не такой уж большой корабль, и поломка не такая уж серьезная. А нафига вы все это затеяли? Ну, мы хотели разбудить в людях человеческие чувства, гуманизм. Гуманизм. Гуманизмом в детстве мальчики занимаются. Спасибо. Вы не поняли. Я имел в виду доброту. Да не-не, понял. У самого сын растет. Здравствуйте, Георгий Хачатурович. Вы позволили мне обращаться к вам. Георгий? Да, конечно. Поэтому, если позволить, так и будем общаться. И слава богу. Я хотел бы начать программу вот с чего. Если бы не актерское дело, если бы не артист, то вот кто? Кем бы вы могли еще заниматься? Или думали, или планировали, или мечтали, может быть, когда-то? Вы знаете, вот абсолютно вот вы задали замечательный вопрос, потому что я... Это все началось в школе. В школе однажды кто-то мне сказал, говорит, слушай, ты настолько подвижный, и что-то у тебя есть, как сказать, в этом самом, в характере. Может быть, ты... Вот у нас есть кружок, в котором там что-то происходит. Вот приди туда. И я пришел. Я пришел, со стороны посмотрел на все на это. И знаете, всегда в этом есть же магия абсолютная, когда что-то происходит там, на той стороне. И вот это вот... Я не помню сейчас этого ощущения, но то, что я сфокусировал на этом, вот это абсолютно точно. Я просто запомнил это. Что и потянуло. Как говорится, никто, во-первых, в семье не был. Отец обыкновенный там водитель был, который там, правда, единственное, возил маршала Конева во время войны. Вот. Но мама была в комсомоле, там, и даже у нее было направление там из Москвы сюда, значит, СЦК. Но она не стала, она стала просто мамой. А вы расскажите о родителях, пожалуйста, своих. Это на самом деле очень интересно, я хотел бы отдельно об этом поговорить. Вы ведь родились в интернациональной, как можно сказать, семье, да? Да, да. И это армянский район, это Нахичевань. В Ростове-на-Дону. Это Ростов-на-Дону, да, 26-я линия, 24, напротив госпиталя инвалидов Отечественной войны. И мы там в детстве, раньше были заборы, и мы туда играли в казака-разбойника, и туда, значит, было, это обязательное было место, когда нас гоняли оттуда, но все равно это дети оставались детьми. Простите, пожалуйста, вот вы ведь родились в Ростове, а Ростов – это один из русских городов, советских городов, который переживал оккупацию. Да. Вот вы когда родились, вы чувствовали, что вот этот еще запах войны, вот он еще здесь был слышен в этом городе? Вы знаете, но по каким-то очень таким конкретным маленьким ситуациям. Вот там муж моей сестры, он, значит, он просто там на 11 лет старше меня, ему сейчас уже там Юрки. Вот. И он просто помнил это все, и он часто очень рассказывал. Он говорит... Я, говорит, значит, мы, говорит, находили оружие, там какие-то мины, говорит, которые не взорвавшиеся.
И вот по 26-й линии туда к Красильмашу, к стадиону, там заводы, заводы были. Он говорит, и мы бросали, говорит, эти мины вниз на листы. И они взрывались. Говорит, мы падали на крышу, говорит, ну вот такие вот были игрушки у них, это в их возрасте. Потом он говорит, я нашел на, значит, под крышей этой больницы просто убитого немца, да. И он, видно, был снайпер, потому что, говорит, и да. И там остался? И там и остался, да. Он говорит, я нашел, там каска была, говорит, просто была голова, каска, и дырка в каске была. И я, говорит, череп взял. Он, я говорю, как ты мог вообще череп? Он говорит, ну, ничего страшного. Вот. Ну, то есть он такой, в общем, жесткий до сих пор человек, который он ничего не боялся. Он говорит, я посмотрел голову, значит, она уже была, так сказать, ну... То есть... Вот это поразительная вещь. Знаете, я сейчас о чем подумал, что вот когда мы говорим о том, чтобы попытаться обезопаситься от какой-то болезни, ну, вирусной, скажем, да, мы очень часто обращаемся к прививкам. Но мы знаем, что, вот скажем, от оспы прививка действует всю нашу жизнь. Там, а еще от каких-то... От каких-то заболеваний действует, ну, определенный, конкретный и часто очень небольшой период. Вот поразительная штука, если подумать о том, как долго действовала прививка Второй мировой войны. То есть, что должно было произойти, смениться генерация, что произойти, чтобы она перестала действовать. Потому что, очевидно, сейчас вот эта прививка уже действовать перестала. Это абсолютно точно. Причем она, наверное, перестала действовать еще за там какие-то раньше. 10-15 да, лет, когда эта тема вообще ушла. И ее, как говорится, не было. Она была только в фильмах или в каких-то датах, когда об этом говорилось, но настолько коротко, и что, так сказать, да, это была Великая Отечественная война, и все. Я, знаете, как-то подумал о том, что недостаточно прочесть книги о войне. Недостаточно фильмы документальные посмотреть. Мне кажется, очень важно посмотреть в глаза людей, которые видели войну. Вот когда утрачивается сама возможность посмотреть в глаза, в которых страх, смертельный страх войны, который дает человеку понимание, что ничего, никакие смыслы, никакие причины, вот просто ничего не может оправдывать войну. Вот вы думали над этим вообще? Я думал над этим, потому что, знаете, и очень много говорилось о том, что есть, вот когда там я отца спрашивал, я говорю, вот скажи, пожалуйста, вот ты, ну, ты расскажи просто о каких-то факторах в войне. Сколько было лет ему, когда он пошел на фронт? Вы знаете, он вообще 9-го года был. А он был взрослый. Да, он взрослым был, да. Да, взрослым. Вот. И он очень много, и потом я слышал просто много примеров, что люди не вспоминали об этом. То есть, наверное, вот, может быть, вот этот вот страх ужаса того, что они должны пережить еще раз в рассказе такую-то ситуацию, которая была у них, потому что они ходили все время под страхом смерти, потому что если не сегодня, то, может быть, это будет завтра, да? Каждый раз, в общем, я понимаю, что это, как говорится, наслаивалось день за днем. Потом, наверное, люди просто привыкали к тому, что, ну, что будет, будь что будет, да? Может быть, и такое было отношение. Хотя родные, близкие, любимые, дети, да, вот все, кто остался, или там, кто даже родились, когда их не было, когда они были на войне. Даже вот это очень важно. Что? А вы можете согласиться с такой мыслью или с таким утверждением, что война не может быть оправдана? Да. Да, точно. Вот сегодня, у нас 22 октября сегодня мы записываем программу, я прочел в новостейных лентах такую информацию о том, что, ну, вчера появилась информация о том, что на границах в Румынии появилась американская дивизия.
и было так объявлено, что она при определенных обстоятельствах, и эти обстоятельства могут быть не связаны с агрессией в отношении НАТО, может войти в случае эскалации на территорию Украины. Я хочу сказать, что я не хочу говорить о политике. Я с вами говорю, не пытаясь предположить, что вы военный эксперт, политический эксперт. Я говорю с вами как вот с человеком, как человек, с гражданином. Да. Вот с одной стороны появилась такая информация, да, о том, что вот есть такая компонента. С другой стороны, есть информация сегодняшнего дня, когда бывший руководитель ЦРУ сказал, а ведь мы понимаем с вами, что люди, которые имели отношение к серьезным организациям, которые связаны с разведкой, они никогда ничего просто так не говорят. И вот сегодня он сказал, что, в общем, я могу предположить, что при определенных обстоятельствах США во главе с коалицией войдут в Украину. Вот это одна, как бы, история. Вторая история – это факт, который вот сейчас происходит. Мы с вами записываем программу в городе, расположенном на границе с Украиной. Да. Вам не страшно? Вы знаете, ну, я, в общем, пытаюсь эту мысль гнать от себя и в той уверенности в том, что какие происходят события на фронте, на вот этой специальной операции, да, то есть все равно и превуалирует, так сказать, российская сторона, то есть во всем, в тех хотя бы боевых ситуациях, которые мы видим и слышим. Поэтому вот это дает уверенность, что, наверное, они не допустят. И потом, так сказать, как говорится, все люди, плюс в первую очередь главнокомандующие, наверное, они имеют к этому абсолютно первое, в основном, отношение. То есть они должны убедить людей, которые на нашей стороне, в том, что ни в коем случае этого не случится. Знаете, я какое-то время назад в Берлине, ну, совсем недавно, может быть, пару месяцев назад, случайно, при совершенно таких косвенных обстоятельствах, познакомился с одним молодым человеком. Он беженец из Украины и, так сказать, оказался в Германии, в Берлине. Он дважды чемпион Украины по спортивным бальным танцам, трижды чемпион Европы. То есть спортсмен, ну, молодой парень, 27 лет. Угу. Он из Львова. Запомнил, то есть он родился в постсоветский период. Угу. Он родился на Западной Украине. Но вы знаете, что меня поразило? Меня поразило следующее. Великолепный русский язык. Совершенно свободно, такой ясный, такой чистый, такой льющийся интеллектуально, то есть язык, который человек чувствует. Да. Знание русской литературы, неплохое, хорошее знание русской литературы. И несмотря на вот это все происходящее, такое болезненное, тревожное и отношение такого глубокого сожаления от того, что происходит. О происходящем, да. 27-летний парень. И вы знаете, когда я с ним встретился и поговорил, то вот все эти взаимные оскорбления, взаимные неправильные слова, которые говорятся и там, и здесь, вот меня это в каком-то виде уврачевало, потому что я в нем увидел надежду. Здравомыслие. Я не знаю, сколько таких людей, которые смогут простых, ни в чем не виноватых, простых людей, которые, может быть, в какой-то момент, когда ситуация разрядится как-то разрядится, которые смогут, смогут попытаться что-то восстановить. Потому что нет совершенно никакого сомнения в том, что люди, которые допустили вот то, что сейчас происходит, это совершенно страшная история, потому что это разрыв одной цивилизации, одной ментальности, одного миропонимания. Вот вы как-то
думаете примерно так? Или у вас какое-то другое понимание? Нет, именно я думаю именно так. Потому что что-то должно произойти, потому что ну, это невероятно, чтобы это все улетело вот в эту бездну, которая, о которой говорится, и, так сказать, все вот эти ядерные, так сказать, слова, которые употребляются, они на самом деле, то есть ими начинают жонглировать уже этими словами. Упоминаю в каких-то понятиях, когда это может быть не настолько уверенно в том, что это произойдет, а лишь бы просто, так сказать, на слух спугнуть людей в том, что происходит. И даже не только от нас, а Запад уже начинает об этом говорить очень серьезно, что как, подождите, что вы что творите? Что же происходит, когда вы начинаете, вы хотите, и они упоминают Хиросиму где-то в чем-то, но я вижу, что американцы этого люто боятся. Несколько лет назад, я не хочу это имя называть, я просто назову как бы общее. Несколько лет назад умер представитель одной из самых богатых семей мира, Америки. Да. И вот, если вы помните, то есть такой нюанс. Новостные ленты, новости содержали информацию, что трижды ему было за 90. Да. Но трижды ему было пересажено сердце. Сердце, да. Да. Это очень показательная вещь. Потому что есть люди, я не хочу говорить, я думаю, это собирательный такой образ. Есть люди, для которых после смерти... Они в этом совершенно уверены. Убеждены со всей силой, на которую только возможен, способен человек. Убеждены в том, что после смерти нет ничего. И поэтому единственная ценность, которая существует, это их земная жизнь. Да. Единственная – это цель и это смысл. Это земная жизнь. Это земная, да. И вот мне кажется, что если предположить, что именно эти влиятельные фамилии, мыслящие так, принимают генерально глобальные решения, то тогда мы в безопасности. Тогда мы в безопасности. Да. Я думаю, что да. И дай бог, чтобы это так и было. Но, во всяком случае, знаете, вот пытаешься не подпускать эту мысль к тому, чтобы, как говорится, все это превращать в снежный ком, который может тебя докатить до совершенно удивительного и невероятного, да, до вот этой катастрофы. То есть, наверное, человеческий разум, есть какой-то инстинкт самосохранения в мыслях хотя бы просто. Вот в том, что ты, не подпуская эту мысль, ты, ну как говорят, они, мысль материализуется, да, все равно говорят, что это существует. Чтобы вот это, чтобы не произошла эта материализация, чтобы все-таки все то, что то, чем действуют сейчас, и те поступки, которые происходят сейчас на вот этой специальной операции, я думаю, что они и доказывают это, что там какие-то точечные штуки, которыми они используют сейчас в этом самом, в этих выстрелах, и что вот именно они и будут, так сказать, основным аргументом того, что, ребята, задумайтесь, никто не собирается вас уничтожать, и нет, просто уничтожается вот это просто, вот эта серая масса, которая пошла на это, которой промыли мозги, и которые даже не понимают, зачем они это делают? И зачем они существуют? Я хотел бы вернуться к родителям. Да. К родителям. Вот у вас отец армянин, да. А мама русская. Мама русская. А вы-то вообще кто? Вы знаете, ну, иногда у меня бывает такая штука. Иногда, знаете, когда есть какая-то несправедливость или какая-то ситуация, в которой нужно быть абсолютно искренним и правдивым, у меня поднимается такая какая-то лютая штука. Я думаю, что это, наверное, относится больше к армянскому
Ну, то есть... Эмоциональность. Эмоциональность, да. И вот она... Я считаю себя армянином. Потом, у меня было очень смешно, когда я получал паспорт в 16 лет, я это просто запомнил. И девушка, которая выписывала, значит, она пишет: Мартиросян Георгий Хачатурович. Да, она говорит: национальность. Я говорю: армянин. Она посмотрела на меня: какой же ты армянин, ты русский. И пишет: русский. Я обомлел. Я говорю: подожди, что вы делаете? Я говорю: да я даже на «ты» ее. Я говорю: ты что делаешь? Я говорю: у меня это в метриках написано, что я армянин. И потом, как может быть Мартиросян Георгий Хачатурович русский? Да, да. Я говорю: не потому что я говорю, я, так сказать, не люблю русских или не отвечаю, потому что мама русская. Я говорю: ну как так? Я говорю: ну вот это был такой 16-летний порыв. А было такое в семье, что все-таки отец прививал то, что называется армянскость? Он как бы вот говорил: сынок, ты армянин, ты вот должен... Нет, как такого бы... никогда не было. Было. Нет, да? Акцента никогда не было. Хотя он говорил очень хорошо по-армянски, он и писал, то есть он знал грамоту. А да. Он откуда? Он из Армении вообще происходил? Вы знаете, вот как я потом выяснял, я пытался у него выяснить, и там еще когда была жива армянская бабушка, да, Евгения Авдеевна, вот, что они, когда разрешила поселение Елизавета Петровна, по-моему, да? Да, да. Да, вот она, они как раз, их предки пришли в Ростов. То есть вот именно Нахичевань образовался... Из Турции. Из Турции. Вот. То есть он все-таки родился здесь, вот в России, в Ростове. Да. Ростовский, да. Ростов-на-Дону. Хорошо. Ну вот, знаете как, это все-таки интересная история, да? Советские семьи, они, ну, были особенными. Не было такой национальной компоненты сильной. Но все-таки вот в доме быт определяла мама, он был больше русский. Нет. Был отец очень хорошо готовил. Ага. Очень хорошо. И его, так сказать, и у него... Ну, он, так сказать, он был какой-то ранней птицей. Он вставал где-то в 5 утра. Я не знаю, наверное, это просто... или касалось профессии, потому что руль – это всегда ранние поездки. Вот. И он обязательно... Мы жили, значит, в 2 кварталах от... Нахичевани, значит, Нахичеванского рынка. И он первое, что он делал, он шел утром рано, тихо, никогда никого не будя. Но он шел на рынок и покупал там мясо, зелень, так сказать, овощи какие-то. Приходил домой, что-то готовил. И он готовил. Потом, когда уже что-то было готово, он говорил: ну, давайте, ребят, вставайте. А он поговорил по-армянски с вами? Он по-армянски, нет, не говоря, со мной не говорил. То есть вы не знаете армянского? Нет, я знаю отдельные слова какие-то, как понятие, так сказать, того, что там бабушка всегда армянская говорила, там, «Окисемис» – это душа моя, сердце мое, «Окисемис» – «Окис балас». Вот это, я говорю: бабуля, что это такое? Она говорит: душа моя, сердце мое. Вот это я помню точно, абсолютно. И она готовила... гениально совершенно, но только на день рождения отца и на мой день рождения она делала этот самый 40-слойный, не торт, а 40 листов. Угу. Значит, как она... Наполеон, может быть? Да, Наполеон. Да, вот. Да. Саша, спасибо. Да. Спасибо большое. Это называется... Волнуюсь, да, вспоминая бабушку. Она раскатывала, у нее была такая тонкая скалка, она раскатывала, он, во-первых, огромный, вот он был, например, наверное, где-то вот такой круг. И я говорю: а почему так тонко ты раскатываешь? Она говорит: нужно раскатывать так, чтобы, говорит, можно было положить на газету, и чтобы был виден текст. Я говорю: бабуля, как это здорово. Она с акцентом говорила? Нет. По-русски без акцента, да, говорят. По-русски без акцента. Да. Ну, он такой был чуть-чуть угарный. Ну, потому что все-таки местные, они уже были русифицированы, конечно. На слух, да, уже. Русифицированы. Вот. И потом курабья она еще делала такие песочные, вот это, когда кладешь в рот, оно просто гаснет. А не было такого ощущения, что все-таки
Вот какая-то была, ну, не знаю, вот такая вот нюансность, связанная с тем, что все-таки мы не в Армении, все-таки нас окружают, ну, не армяне, что все-таки как-то мы не то чтобы чужие, но все-таки и не свои до конца. Вот что, вот такого какого-то не было? Ничего? Никогда. Ничего? Никогда. И даже вот когда я учился, никогда в классе вообще не, даже намека не было. Это поразительное свойство советского времени. Да, времени, да. И это совершенно искренно было. Совершенно искренно. Абсолютно. Я помню себя, я представить не мог, чтобы кто-то думал о национальности другого. Я просто представить не мог. Никогда не было. И у нас, да. Я просто помню весь класс абсолютно. У нас мы даже, у меня большая фотография есть. Там 1954, по-моему, с 54 по какой-то, значит, вот мы там всем классом сфотографированы, на портфеле было это все белым, с мелом написано. Ваши родители, они дожили до того момента, когда они увидели своего сына узнаваемым артистом? Мама дожила. Дожила. Мама дожила, да, мама ушла в 2002 году. Ну, конечно, ну, конечно. Да. Ну, конечно. Да. А отец, он ушел в 77-м. Рано. Он, да, он уже практически, он должен был посмотреть, но он начинал хворать, и, в общем, у него, ну, и, в общем, у него инсульт был. И я приехал на это самое, я когда приехал, я говорю, ты, он лежал, но не двигался. Я говорю, если ты слышишь меня, пожми мне палец, да, в смысле. И он пожал, слышал. Вот и все. И потом там через несколько часов он ушел. Вот. Поэтому он думаю, что он не видел. А с кем из родителей у вас была наиболее близкая связь? С мамой. С мамой. Да, ну мамы, они всегда для мальчиков. Это, конечно, было. И я всегда, помните, такая была, позвоните родителям. Да. Да, и вот это у меня было просто как гвоздь. А мама где жила все время? Ростове. В Ростове. Да, и я ее умолял, я говорю, поехали. Я говорю, я тебя умоляю, пожалуйста, ты будешь рядом. Ей было много лет. Да, ей было 80, она ушла, ей 80 лет было, там без 3 месяцев. То есть она была существенно младше отца? Да, она 22-го года была. Да, существенно. Да. Она была просто там, ну, по тем временам просто молодой. Она... А когда вы выбрали профессию, и, скажем, даже не выбрали профессию, вы с родителями обсуждали, вот, вы знаете, папа и мама, а вот я вот хотел бы стать артистом. Или это так вот вы развивали, что им было и так понятно, что вы будете артистом? Ну, вообще, да, так и было понятно, потому что мама, у нас была там рядом, она наша как подруга была дома, через 3 дома они жили. Она была актрисой, и она, значит, мама с ней просто, она консультировалась с ней. А вот что, а вот если так, а вот если так, а вот если вот. Ну, то есть, как обычно, мамы, что будет с нашим мальчиком, это называется, чтобы, вот. И она ей, в общем, рассказывала, и она принимала участие. В общем, когда я поступал, она что-то корректировала мне в том, что я читал. Вот, это, в общем, я понимаю, что... Просто у меня, знаете, настолько было страшнейшее волнение, меня трясло всего, я просто не помню, у меня стерлось все, настолько я переживал, что возьмут меня или нет. Вы знаете, может быть, вопрос совсем, извините уж меня, дурацкий совсем, но мне хотелось бы, конечно, в полной мере понять нельзя, если человек не переживает этого, он... Но все-таки, даже отдаленно, хотелось бы представить. Вот когда человек себе говорит, я хочу быть артистом, это значит, что я хочу делать. Вот если я хочу быть артистом. Да. Понимаете, врач, он понимает, вот я хочу там оперировать, стоять там, оперировать. Да. Вот это значит, я хочу быть артистом. Это значит, вот что я хочу делать. Вот что я хочу. Вы знаете, став артистом. Да, став артистом, ну, мы только тогда еще, когда только там появлялось телевидение, когда мы видели или, то, что там в детстве... Жажда славы? Нет, совершенно нет. Вы знаете, вот я об этом просто даже никогда и не задумывался. И до сих пор я не задумываюсь. И всегда я
Я хочу, так сказать, результата, чтобы вот если бы вот это сделано, то каков результат? Что я в этом смысле принес нового? Или как я сыграл там одну из ролей, которые мне доверили, для... Ну, то есть что-то интересное я принес в это или нет? Я никогда... Это уже, как говорится, как потом. То есть, когда ты кланяешься, ты уже видишь от зрителя или реакцию зрительного зала на то, что ты, когда работаешь, какие-то текстовые ситуации, которые производят впечатление... Как вас мама называла? Зайчик. Зайчик. Да. Ну вот Зайчик. Вот Зайчик решил стать артистом. Вот что он хотел? Он хотел сниматься в кино, выходить на сцену в театре. Вот чем Зайчик хотел заниматься, маленький Зайчик? Вы знаете что? Ну, я вот честно, просто я к этому относился абсолютно, ну как, абсолютно открыто и искренне. То есть у меня не было совершенно, я честно говорю, вот называется крест. Ни в коем случае я не думал о славе, о том, что... Как это будет? Вот клянусь вам, никогда. Я думал только о результате, о том, что в этой профессии, что я могу принести в эту профессию и сделать такое, чтобы ты был заметным, и чтобы это, ну, там, наверное, тебе написали или сказали, что вот это работа удачная, как в каждой профессии бывает ситуация, когда сказать, посмотри, какой он молодец. Он дошел вот до этой ситуации, в смысле, до того, что о нем сказали. Но, опять-таки, это я не оправдываю себя в том плане, что мечтал об этом. Я думал, что это естественный момент, когда ты работаешь и когда ты приносишь какую-то пользу, да, которая нужна людям и которую можно увидеть вот в результате. Вы попали в Ростовский театр. Это было первое место вашей работы. Правильно? Да, правильно? Да. И когда я... Это нормально, когда человек готовится, я готовлюсь к программам. И я прочел, что, в общем-то, каких-то ролей особых в Ростове так как бы и не было. Так и не было. Нет, у меня были... Это когда я в ТЮЗе был. Ну, что первое, куда меня взяли, это были гастроли первые после этого самого... После учебы, после армии, потому что я закончил в 68-м и тут же забрали в армию, я служил в ансамбле песни и пляски Северо-Кавказского округа. Uh-huh. Вот. И потом, значит, вот, освободившись, так сказать, выйдя оттуда, меня взяли в Театр Горького. Но потому что там был Молчанов, режиссер, который потом ушел в ТЮЗ, uh-huh. Владимир Александрович, и он позвал, и в том смысле и меня позвал в ТЮЗ, чтобы я у него работал. А вот сколько лет вы в Ростове проработали, до того, как вы уехали из Ростова? Считайте, 3 года. 3 года. Да. Вот эти 3 года, они, собственно, были годами надежды, ожидания. Ну, в общем, не очень оправдывалось все это, да? То есть каких-то вот ролей, которые сказали, такого не было. Нет, у меня были, были. Практически главные роли все были, да. И, в общем, я где-то, порядка 4 там спектаклей я сыграл, да, в главных ролях, да. Угу. Все равно провинция. Да. Все равно провинция. Да, вампиловская пьеса вот была... Вот скажем, это вот мне интересно, это на самом деле интересная вещь. Молодой парень получает профессиональное образование, поступает в один театр, затем во второй, в провинции. Да, потому что понятно, Ростов-на-Дону – это провинциальный конечно, город. Да. Со всеми понятными сопутствующими вещами. Да. Но все же он артист,
он занимается тем делом, ради которого он вообще в эту профессию пришел. И вот как вы мне сейчас говорите, что он даже и занят в главных ролях. То есть его дают главные роли. Да. Молодой парень и занят, и, в общем, получает. А почему тогда вообще Москва? Если не слава, как вы говорите. Нет, вы знаете, у нас с Москвой вообще получилось очень смешно до... Значит, я случайно знакомлюсь, здесь что-то снималось. А, снималось, это была чуть ли не моя первая картина. «Товарищ генерал» была такая картина с Игорем Ледогоровым. И они, им нужен был, там не было человека, который должен был, он отказался. Или, в общем, там какая-то ситуация получилась. Там нужно было сыграть адъютанта этого товарища генерала. И они, просматривая это, сам говорят, вот, вот этот вот, я пришел, да. Они говорят, да, 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 все, значит, сделайте примерку, все, примерили, все нормально, все подходит. Все, и снимали где-то мы, не помню, или в шахтах, или под шахтами. Ну, в общем, это не важно. Вот это была первая работа, в которой, как говорится, это... Кинематографическая. Да, кинематографическая. И потом... Да, и я потом знакомлюсь там, значит, с каскадером, он автомобильный каскадер, Гера Клементьев, который был там, и потом еще какая-то еще группа была, в которой он тоже работал. И мы случайно вот знакомимся на съемочной площадке, и как-то, знаете, как это обычно, день второй, третий там на съемке, и это все видно, и... Вот, и когда мы начали разговаривать, он говорит, ты когда-нибудь был в Москве? Я говорю, нет. Я говорю, Москва, это, я говорю, это не для нас, это, я говорю, туда, то только избранные. Он говорит, да ну ладно, брось. Ну. Он говорит, хочешь, я тебе покажу? Я говорю, ну, если, как говорится, да, и там, а, у меня, сейчас, подождите, а как же у меня это было? Ну, в общем, это, ну, неважно. Короче, был какой-то промежуток в этих самых, это было... Осень, по-моему, да. Осень, когда он говорит, поехали в Москву. У тебя есть время? Я говорю, есть. И у меня да, там, по-моему, там что-то неделя была. И мы садимся, у него маленькая машинка такая, Трабант была, немецкая пластмассовая машина, которая... Значит, да, да, да. И вот мы на ней покатили в Москву. Там что-то у него с маховиком было, и мы ее ставили под горку все время, чтобы завести ее, значит, с... Ну, там, и приезжаем в Москву, и он приводит меня на студию Горького. И вот там очень смешная тоже была ситуация, когда мы идем по студии Горького, по этому самому вот, вот, третий этаж, и какие-то двери открыты у всех, группы, киногруппы, и какие-то ассистенты. Она говорит, вас можно на эту школу? Я говорю, да, пожалуйста. Вы, а кто вы актер? Я говорю, да. А откуда вы? Что вот, вы здесь стоите на очереди? Я говорю, да нет. Я говорю, вот мы только появились. Подождите, подождите. Вот вы, ваш типаж просто нам нужен обязательно, потому что и меня заводят, и потом, значит, быстро начинают там, так, да давайте сделаем фото, значит, везут в фотоателье, делают фото. Вот у нас как раз вот ваш типаж должен. Проходим еще там 3-4-5 групп. Опять меня останавливают. Подождите, вот откуда вы? Кто? Я говорю, я ростовчанин. Подождите, а вы, наверное... Я, ну, в общем, рассказываю всю ту же историю. На учете не состою, этих самых фотографий нет. Давайте все. Короче, из трех картин одна, две закрыли потом, значит, и одна осталась, Иванов катер была такая. И вы снялись? Нет. Нет. Да, кто-то там какая-то тоже ситуация, там поменяли режиссера, и, в общем, короче... Вот таким образом началось ваше вхождение в московскую жизнь. Да, совершенно вот... Хорошо, ну вот вы в Москве сразу как бы вот получили какое-то, сказать, ну, не то чтобы место, а вот вы почувствовали, вот я начал работать. Нет, не сразу. Не сразу. А сколько ждали? Вы знаете, я, во-первых... У меня была картина вот «Звезда экрана», где меня пробовали на главную роль, как у меня там приятель говорил, с нашим счастьем только на свободе. Вот, пробовали на главную роль, все нормально, все. Да, говорят, старик, ты. Да, вот просто. И потом ситуация такая, выходит постановление о том, что в первую очередь занимать артистов,
который находится в штате студии. И это решает все. И, значит, меня тихо начинают отодвигать. Коля Мерзликин такой был замечательный артист. И берут Колю, потому что он был в штате студии. Все. И меня, чтобы не бросить, так сказать, ну, не обидеть, мне говорят, ну, ты можешь сыграть вот оператора этой картины. Там картина в картине была. Я говорю, ну, с удовольствием хоть бы что-то сыграть, потому что, знаете, когда тебя обнадеживают на главную роль, а потом, так сказать, тихо все это съезжает. Вот. И вот это была, как говорится, вторая картина «Звезда экрана». Снимал Горикер Владимир Михайлович. Царство небесное, он в этом году ушел. Хорошо. Вот скажем, ждали, да? Ждали. Да. Ждали все-таки, ну, под примерно сколько лет, пока не начали работать по-настоящему? Ну, я... Вы знаете что, у меня получилось так. Я вот после этой картины, да. Потому что прописки не было, в театр, естественно, без прописки не брали. И я понял, да, все, как говорится, уперлось в осень, когда запуска нет, тишина, все стали монтировать картины, и я понял, что... Надо как-то жить. Да, как-то надо жить, и жить не на что, и я понял, что нужно уезжать. И я уехал в Ростов, и так как у меня был конфликт там с Молчановым, я не пошел в ТЮЗ, меня поймало телевидение. Они говорят, вы не смогли бы у нас поработать диктором? Я говорю, с удовольствием. И мы договорились там, потому что я говорю, только я говорю, если вы мне дадите через год квартиру, я говорю, я остаюсь у вас работать. Работал, все нормально, всех все устраивало, было и радио, и телевидение, так сказать, они в одном стакане. Вот. И потом я, год проходит, я прихожу, я говорю, может быть, вы помните о нашей договоренности? Они говорят, какая договоренность? Я говорю, ну вот вы обещали квартиру, и, естественно, это для меня сейчас является самым важным фактором. Да, понимаете, ну вот сейчас мы, вот сейчас вот, ну вот, вот подождите, может быть. Я говорю, нет, подождите, давайте решим. Или вы говорите да, или, то есть, вы, или вы предоставляете, или наша... Как говорится, договоренность просто да. ничего не стоит. Да. И все так и закончилось. Я уволился и улетел в Москву. И это уже было окончательно? И это было окончательно. Это был 1974 год. А до этого времени у вас ведь уже была семья? Да. Была семья. Да. А какова судьба вот этих отношений? Вы знаете, нет, все было бы нормально. У нас там смешная очень ситуация была с распределением вообще. Все. Значит, нас отправляли в Душанбе. Пришел, значит, приказ официальный из Министерства РСФСР, Министерства культуры. Нам прислали все это. Там телефоны были. Мы звоним туда. Здравствуйте, здравствуйте. Мы вот такие-то артисты. Мы закончили, так сказать, ростовский, значит, это самое, театральный. Вот, ну, нас направляют к вам. А мы вас не ждем. Я говорю, как не ждете? Подождите. Ну, у нас есть официальное направление через... Нет, нет, мы не ждем. Позвоните в министерство. Все. Мы начинаем звонить. Да. Да, какая-то странная ошибка. Подождите, дайте мы разберемся. В общем, начинают разбираться. Проходит месяц, там, другой. В общем, потом... Да, вы знаете, что сейчас, вот, сейчас решается вопрос, потому что там какая-то неразбериха. Ну, в общем, короче... Короче, мы остаемся практически в Ростове. В Ростове, и значит, я начинаю работать. Жена была в этот момент беременна. Вот, Димкой, вот, когда это был, она родила в 69-м году. Скажите, а где сейчас сын ваш? Сын, вот сейчас, в данный момент, он в Абхазии. Угу. Он уехал. А вообще он живет в России? Да, да, в России, да. Живет в России. Да. Живет он в просто, России. Он говорит, ты знаешь, что, говорит, мне климат так подходит, этот самый, это вот, говорит, да, мы, да. Он там просто в свое время, он был в санатории в Лазаревской почти 2 года. Там такой туберкулезный санаторий был. И у него там просто какие-то у него под этим... Да. Вот, и значит, он, вот ему понравился этот климат, и вот через уже огромное количество лет ему уже
52. Взрослый мальчик. Взрослый мальчик. Да. Вот хотел спросить у вас. Вы себя вот чувствуете все-таки больше театральным артистом или артистом кино? Нет, театральным. Театральным артистом. Да. Только. Это самое важное, потому что все то, что ты делаешь в кино, потом ты смотришь и думаешь, нет, так можно было совершенно по-другому. Ну, знаете, всегда обязательно, потому что пленка как, зафиксировала, и все, и ты уже... Иногда бывает просто, ты ничего не можешь сделать, потому что там большинство режиссеров, они говорят, они доверяют тебе. И они говорят, ну что я тебе буду сейчас рассказывать? Ну ты же знаешь, как это. Я говорю, да я-то знаю, но может быть ты увидишь там какую-то историю, в которой там можно это повернуть так, чтобы... сыграть. Ну, нет, нормально, вот давай, вот так, и все. И потом ты думаешь, ну что это, ну можно же было, это можно было бы сыграть. Вот. То есть чуть-чуть приложить к этому фантазии, потому что... У вас несколько браков было, да? Не один, ведь несколько. Ну, несколько. Да. А как вот с женщинами вы сохраняете отношения со своими женами? Ну, с Таней, да, согласен. С Татьяной Григорьевной, да. Васильевой, да? Да, у нас дочь, поэтому Лиске уже в этом году 35. Скажите, а вот то, что Татьяна Григорьевна иногда публично говорит, вас не обижает? Ну, говорила. Да, говорила, да. И я говорил, Таня, я говорю, ты думай хотя бы задумывайся. Но это у нее, знаете что, у нее мое ощущение, что не хочется в это, как говорится, это озвучивать, но, скорее всего, что это надо озвучивать. Ну, у нее великовозрастный сын, которого я воспитывал с 4 лет и пытался что-то придумать для его профессии, не столько обращаясь к своему, не столько задумываясь о своем сыне, сколько о ее сыне. Все было наоборот было. Ну, там бы, естественно, еще была мама Танина, которая... говорил мой товарищ, говорит, если ее провернуть через мясорубку, она, говорит, выйдет точно такой же, говорит, она не изменится совершенно. Да. Она по упрямству и по стойкости, вот она была еще коммунистом, и вот это было самым важным в ее жизни. Ну, во многом ваши отношения не сложились, может быть, вот вследствие того, что камнем преткновения было? Нет, там Таня сама страдала от этого, потому что мама жила в Питере, и она приезжала. Мамочка приехала на 2 недели, и когда проходило 1.5 месяца, я говорю, Таня, она все переделалась по-своему. Я не мог находить там вещей каких-то, потому что она перекладывала все по-своему. Ну, как старые люди, вот, они думают, что... Лучше, как старые люди, я сейчас отношусь к этой категории. Вот. Но я не вмешиваюсь никогда. Вот если меня приучили, что ни в коем случае нельзя трогать того, что находится, как говорится, создано семьей, другими людьми. И здесь было все поперек. И вот это я говорил Тане, ну, что-то надо делать. Я говорю, пусть мама поедет, отдохнет от нас, потому что ей... И всегда, и это же было воспитание. Я говорю, мальчик должен обязательно знать, у него должны быть определенные свои обязанности в доме, как у каждого. И меня так воспитывали, все. Угу. Ты должен вот заниматься вот этим. Когда ты маленький. Потом ты занимаешься, тебе начинают доверять другое. Но когда говорят, что нет, мальчик этого делать не будет. Я говорю, объясните, почему? Не надо, мальчик не должен этого делать. Я говорю, ну это решать не вам. Я говорю, это решать нужно мне. Я говорю, потом, вы понимаете, что мальчику жить потом нужно будет самому. И он мужиком должен быть. Все поступки он должен совершать как мужик, а не как желеобразное что-то. А его отец не занимался, Васильев? Нет, абсолютно. Вообще не занимался? Mm-mm. Он не интересовался? Абсолютно. Вот это меня просто убивало. Вот это
Думаю, это же твой сын. И там родители сына тоже, там папа какой-то был. Ну, возможности были, конечно. Но не то слово. Это не то слово. Ну вот Татьяна Григорьевна Васильевна. Ну что, известная актриса, она очень востребована. Она великая актриса. Да, очень востребована. Она может но вот играть. Поразительно, да, вот поразительно. На самом деле, то, что слышал, то, что читал, вот это что-то, что, видимо, ее беспокоит, потому что я далек от мысли и вообще боюсь даже предположить, что она это делает с изрядной регулярностью, настойчивостью, только лишь ради пиара. Мне кажется, ее что-то вот действительно беспокоит. Нет, не пиар. Вот что-то ее беспокоит. Ее беспокоит только сын. Он же до сих пор ничем не занимается. Вот. И она работает ради того, чтобы... Потому что у сына их обеспечивать. Да. Чтобы их обеспечивать. Только. Только. Татьяна Григорьевна до 30 спектаклей в месяц. Да, да, невероятно. Татьяне Григорьевне 75 лет. Невероятно. Она приезжает, кладет сумку, берет другую и выходит из дома. Находится дома ровно там 15 минут. И уезжает куда-то в другое. Его устраивает все это. Его, да. Его устраивает. У него двое сыновей уже. И сейчас девочка уже от другого брака. И еще... Она беременна еще одним. Значит, ну, тоже нет. Уже четверо. Нет, ну что-то он умеет делать, судя по всему. Вполне, ну что-то вполне ну, нет, успешно по-моему, детей по-моему, рожает. Ну вот это да. Успешно это рожает. И если позволите, вернемся к творчеству. Вот, да. А, скажем, ваша работа в театре. Если ретроспективно посмотреть, вот есть ли какой-то период театральной работы вашей, о котором вы сказали, вот он самый такой плодоносный, он самый успешный. Вот я считаю, что вот да, вот в этот период я дышал. Ну, это было еще в театре «Сатира». Угу. Это когда я совершенно случайно туда попал, просто случайно. И там же вы с Васильевой-то и познакомились. Да, да, и там у нас, как говорится, начались какие-то добрые отношения, которые переросли вот. Это был замечательный спектакль «Розовский гнездо глухаря». Mm-hmm. Он тогда он совершенно был скандальным, абсолютно невероятным. И, в общем, на него народ просто валил. И он решен был очень интересно, и все здорово. И, знаете, когда ты вскакиваешь, в общем, совершенно неожиданно, ты вскакиваешь в команду грандиозных артистов, потом после этого был спектакль, Андрюша Миронов ставил «Бешеные деньги». Островского. Островского, да. И он меня, значит, тоже... Он решил вначале сам сыграть. Он сыграл этого самого, но, как говорится, он говорит, вы не волнуйтесь, Жош, я вам отдаю, значит, потом полностью, значит, вы играете. Ну, он сыграл там 12 спектаклей. Это тоже моя боль, потому что он собрал всю абсолютно прессу и потом сказал, ну, играйте. И я играл. И вот, но я все равно чувствовал себя в этом, потому что там было что играть. И, в общем, это все было удивительно интересно. И потом была трехгрошовая опера. Там ну, не очень большая Мэтью Монета. Небольшая роль. Но все равно это, знаете, это было всегда... Во-первых, это был удивительно творческий коллектив среди фантастических артистов. Просто фантастических. И все, и в театре «Сатира» их было, как говорится, куда ни посмотри. И просто и это вдохновляло и придавало невероятные совершенно силы. И была огромная перспектива. Бы, если бы, значит, не попросили бы из театра. Вот если бы я вас спросил очень коротко, насколько это возможно, лаконично сформулировать, если, конечно, это есть, да. Дифференция, разница, отличие подхода театрального дела советского периода и современного периода. Потому что вот мне лично кажется, что это две разные истории. Да? То, как строился, работал театр в советский период, и то, что с театром происходит сегодня. Да. Я не хочу сказать хуже или не хочу сказать лучше. Это я вот вас попрошу. Да? Mm-hmm. Но вот если коротко, есть ли разница в подходе? И если есть, то в чем она? Вы знаете, все, в общем, началось с того, что возможно было все. Как самое главное, что
исчезла в первую очередь цензура. Mm-hmm. Ну, скажем так, это, как говорится, можно было, пожалуйста, хочешь это, ставь. Хочешь вот так, делай. То есть, и от этого, знаете, началась фантазия человеческая, они же удивительны в этом смысле, и появилось то огромное количество людей, которые вынесли на сцену, на театральную сцену, гадости просто, просто ужасные вещи, которые до сих пор я не могу понять, как это разрешалось. И почему никто на это не реагировал? Я понимаю, что, ну, наверное, в этом, да, тоже есть. Там был Серебренников, да, есть, да. И там есть Богомолов. Но почему нужно в каждой хорошей пьесе нужно найти грязь и гадость? И почему это нужно трансформировать вот так? Почему? Я вот этого до сих пор не могу понять. Вы знаете, вот есть люди, которые говорят, что театр – это зеркало действительности. Вот да. Пойдите и посмотрите в это зеркало. Я всегда поражаюсь, я всегда задаю себе вопрос. Но это уже кривое зеркало. Разве когда мы идем по улице, да, мы видим, ну, скажем, нечистоты, мы видим лежащего в этих нечистотах, да, человека. И для чего мне нужен театр? Для того, чтобы он мне показал то, что я вижу на улице в повседневности? Улице, да. Или, может быть, даже то, на самом деле, чего я, по счастью, на улице и не вижу? Не вижу, да. И даже, может быть, не знаю, что это есть. Ну, я-то ладно, 48-летний дядя. А есть же и другие люди, которые, может быть, им и не надо этого знать. Да, и не полезно. Да, но они... Но вот эта трансформация, и она является... То есть она выковыривает из людей, наверное, ту самую... Какие-то низменные чувства, которые и нас вот беспокоят. Меня, например, это очень сильно беспокоит. Поразительно. Вообще вот это современное искусство. Знаете, я никогда не хожу. Я очень, очень люблю музеи, я люблю, да, живопись, скульптур, но я никогда... Это очень персональная история, ведь мы с вами... Я не беру у вас интервью, мы просто общаемся. Да, да, да. Потому, да, что в жанре интервью я вообще не должен говорить и задавать только лишь вопросы. Но мне кажется, об этом поговорить достаточно интересно, потому что когда вы приходите в, ну, скажем, в какой-то музей современного искусства, вы видите некое пространство, в центре которого находится пластиковая бутылка обрезанная, в ней вода, а внизу стоит оцинкованное ведро. Вот, скажем, в Берлине, да, вот такое видел. И вот из этой бутылки капает вода в это оцинкованное ведро по центру. Это висит на очень длинной такой бечевке, потому что высота потолков может быть метров 10. И, скажем, вот это нечто, наверное, во мне должно рождать какие-то мысли о... скажем, о сложности мира, о сложностях взаимоотношений людей. Вот вообще что-то должно рождать. А я всегда думал, что когда человек научился мыться, причесывать волосы, их стричь, надевать органичный костюм, это свидетельство эволюции. И все, да, что нас... возвращает к первобытному состоянию, дегенеративно влияет на нас. То есть мы как бы возвращаемся к тому, с чем вроде бы, как бы, мы уже давно простились. Вроде бы. Да. И вот для меня это парадоксально, потому что когда я вижу огромное количество людей, я в нескольких программах об этом говорю, но я действительно говорил действительно глубоко, я действительно не понимаю, вот я не понимаю, при современных возможностях посмотреть голое тело, мужское или женское, в интернете или там где-то еще, испражнения на сцене, или как это возможно? Вот это, да, вот я тоже то же самое. Меня начинает трясти от этого. Я думаю, Господи, Боже мой, что вы, ребята, что вы делаете? Ради чего вы это делаете? У нас, знаете, у артистов есть такая штука, когда там режиссер говорит, ну, понимаешь, я не знаю, как тебе объяснить, вот как нужно играть. Черт, не знаю. Ну,
И потом такая формула. Угу. Если не знаешь, как играть, играй странно. И вот это вот странно, то есть, чтобы мы... Ой, подожди, что же... А что же это за этим? А за этим ничего. А странно, это может быть правой рукой левое ухо чесать. Ну вот это странно. То есть непонятно, что за этим люди... И даже вот это ведро. Что за этим? Какой, какая символика этого всего в этом мире? С одной стороны, если режиссер так нечто видит, ну, по большому счету, да, есть законы бизнеса, да, есть законы капитала. Ну, вот, скажем, видит он так, создает он некий продукт, ну, и дальше нужно посмотреть, покупают это, не покупают. И то, что он это создает, у меня не вызывает никаких вопросов. Он, ну, вот так он видит, так он понимает, так он чувствует. У меня вопрос вызывают люди, которые неизменно ходят и на это все смотрят. Смотрят. Да. Я спрашиваю себя, неужели все вот так, слово не скажу, плохо или хорошо, что все вот так... что в действительности такое большое количество людей имеют какую-то мотивацию быть к этому причастным. Причастны, да. Что это? Показать кому-то, что я модный и в тренде? Или это действительно вызывает нечто? Но тогда это называется девиациями, потому что ну, есть мазохизм, есть садизм, есть вуайеризм. Это, мы же говорим, что это все-таки девиация. То есть это может быть, но это некая маргинализация. Ну, это как бы такая... Вот для меня это поразительная история, которая, как мне кажется, является одним из таким вот, таких пунктов дифференции между тем, что было раньше... И тем, что можно, может быть, сейчас. Может быть, вот есть идея такая, вы думали над этим? Может быть, все-таки я тоже об этом говорил. Вот мне кажется, что элиты, неважно, какие они, хромые, косые, не очень умные, вот такие, какие они есть, что за народ, в общем-то, должны отвечать элиты. Они должны народу говорить, вот это хорошо, а вот это плохо. А вот это плохо, да. Вот какие элиты... Да, такие, да, такая и... Такие и как бы... Истории, вот и в которой это все превращается. Чем вы сегодня занимаетесь как артист? Вы знаете, ну, чтобы обидно просто, потому что у меня, я в свое время, мы когда ушли вот из театра вместе с Татьяной, из театра Маяковского, проработав там 10 лет. Там какая-то тоже была ситуация совершенно непонятная. Ее обвинили в том, что она должна была играть спектакль, а она была на гастролях. Я ей сказал, я говорю, возьми эту самую бюллетень, что ты болела. Ну, и бюллетень вроде бы не помог, но, в общем, скандал, значит, там, Татьяна Григорьевна, вы должны уйти из театра. Она была на пике славы своей. Да. На пике славы. На пике славы, да. И она говорит, хорошо, все. И она подписывает, что я по собственному желанию ухожу. Там сыграно было в ситуации, раздули из-за того, что как это так? Доброжелатели, я думаю. Это доброжелатели, да. А Гундарева была жива еще в то время? Да, Наташка, да. Ага. Да. И все. Таня уходит, и, естественно, я остаюсь... Как говорится, я говорю, нет, стоп, я говорю, я тоже ухожу. Я тоже пишу заявление и ухожу. И начинается вот этот вот, это был 92-й год. Когда начиналось вот все это безвременье. Да, и все это так, знаете, рушится абсолютно, летит в тартарары, и ужасно. И мы, да, и мы начинаем там сдавать квартиру каким-то американцам, и там, в общем, только за счет этого, что у нас происходит, что мы живем в Переделкино, там, в Доме творчества, снимая там две комнаты, потому что дети. И все это продолжается на протяжении
почти 5 лет, пока все это выстраивается и начинается хоть какая-то. И вы вместе это переживаете? Да, да, вместе. Вместе? Да, вместе, абсолютно точно. И только тогда появляются антрепризы, которые, так сказать, появляются какие-то коммерческие фильмы, которые, так сказать, там приглашают. У нас было просто несколько картин, в которых мы просто вместе снимались. И вот и все. И это увлекает настолько, что мы остаемся не в профессиональном театре, а занимаемся антрепризой. Хотя это приносит определенные, так сказать, дивиденды и, в общем, позволяет тебе. Но там нет того, такого количества предложений, которые ты, вот мы играем там один спектакль, играем там 10 лет. 11 лет. Он идет с удовольствием, и мы смотрим, и потому что это все... Но в антрепризе ведь, если честно, вещей глубоких немного. Нет? Ну, в общем, да. Будем честно говорить. Это такая легкая билетристика, легко, да, да, эмоционально. Да, 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 для того, чтобы народ... Не напрягаться. Да, абсолютно. Пришел, похохотал, посмеялся. Да, и все. Хотя это все, так сказать, поставлено очень серьезно, крепко и, в общем, логично, и профессионально, потому что это, знаете, когда народ хохочет абсолютно искренне, заходясь, и да, и это радует, как говорится, просто твою душу, потому что ты понимаешь, что если это какой-то отклик есть, значит, у народа, значит, это ему нравится. Сколько вы спектаклей в месяц играете примерно, выходите? Как часто на сцену? Сейчас вам скажу. Ну, где-то 5-7 спектаклей. Это не так мало. Да, это не мало. Это не мало. Это в общем, нагрузка и поездки. Да. И потом мне это несколько спектаклей. Вот у меня 4 спектакля, которые есть точно. Один спектакль мы играем 20 лет. Угу. Это «Ladies Night». Это история, где такой был фильм «Стриптиз». Английский. И по нему как раз сделали пьесу, где сталевары стали стриптизерами. Вот. Удивительная история. И она собрана абсолютно просто роскошно таким замечательным Витей Шамиров, который там делал трактирщицу в свое время. Каллас он, по-моему, делал с Танькой Ищи. Еще какой-то спектакль. Ну, в общем, во всяком случае, это просто на самом деле интересно, когда 20 лет народ с удовольствием смотрит. Зритель меняется? Вот здесь не меняется. Нет. Нет, абсолютно. Причем он именно эхо растет, так сказать, от года к году. Ну, 20 лет. Нет. А вот чувствуете возрастной состав? Вот кто ходит, кто смотрит антрепризу? Вот какой примерно возраст? Абсолютно разный. Но молодежи немного. Нет, молодежь вот на «Ladies Night» очень ходит. Много молодежи. Ходит, да. Да. Очень, да. Ходит. Просто там, как говорится, там есть несколько замечательных сцен, когда они просто поставлены... Там Витя Шамиров, он в свое время был... Он на физмате учился, и у него формулы вот эти, как говорят, математика – это все равно царица, да? Да, это правда. Да. Скажите, пожалуйста, вот чем вы сейчас живете, кроме театра? Вот сейчас, вы знаете что, вот у меня просто сейчас... у меня возникла идея вернуться в театр. Угу. Да. Репертуарный? Репертуарный театр, да. Ах! Да, в котором... Вот я хотел в сатиру, но... Я не знаю, что там объединили две труппы, бывший театр, да, да. Джигарханяна и сатиры. В общем, там 120 человек труппа. И я понимаю, что это... Но таких звезд не так много на самом деле, ну, потому что вы звезда-звезда, объективно. Саша, спасибо большое. Нет, просто, знаете, всегда же это вы говорите. А они говорят, ну, слушайте, ну, сколько ему уже, 74 года. Да, это ерунда. Вы вспомните Василия Семеновича Ланового. Да, 84 года выходил, если бы не этот несчастный ковид, он бы работал, жил и так далее. Да, он был в блистательной форме. И востребованный, ездил по стране. И вообще, это невероятно было. Энергия невероятная. И держал текст. Да.
да. Километровый текст. Это да, это просто... Ну, это уже профессиональное, потому что это когда ты все время... Но это органика. Да. Когда органика, ты не держишь... Ты будешь 100 раз быть профессионалом, но да, как бы ты да, не держишь да, текст. Да, да, это согласен. Вот, поэтому у меня вот есть, как говорится, вот такая вот идея, и я так ее потихонечку... Я там 28 числа... Мы идем посмотреть столетие Маяковки. Mm-hmm. Вот, и мы идем посмотреть, значит, они там, там новый молодой режиссер, которому 38 лет, по-моему. Я о нем читал. Вот, вроде бы он интересен, но опять я начал там спрашивать, я говорю, а что он, чего он? Ну, говорит, конечно, учитывая... Гончарова, и потом кто, и кто был, да, там Арцебашев. Это, говорит, конечно, 38, это пока нет того самого опыта. Ну, можно посмотреть. Да, да, ну, можно посмотреть. Посмотреть, да, да, нужно посмотреть. Но, да, но вот сказали, что он любит еще людей, которые, в общем, в этом смысле известны. То есть это является... Потом я просто знаю, что в театре там... Ну, рассказали, что в театре нет там моего плана... Вообще, mm-hmm. ну, там есть Костыль, Игорь Костолевский, да. Там Миша Филиппов. Но вот таких вот... Симонова там же, да, по-моему? Да, Симонова, да, Женя, да, 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 Оль, да, Прокофьева. Ну, там такой крепкий, хороший состав. И старый. И, да, и старый. Стабильно да, старый. Да, да, стабильно старый. А у меня есть несколько вопросов, если позволите. Я бы с вами, честно сказать, говорил еще несколько часов, потому что мне очень интересно... Да. Но, к сожалению, есть время эфира, и я, ну, может да. быть, не очень рационально его потратил. Уж простите меня. Нет, нет, ну что вы, Саша. Я хотел бы задать несколько финальных вопросов, если да. позволите. Вы чувствуете, вот финансово, вы чувствуете себя в безопасности сейчас? Или этот вопрос, который вас вот периодически как-то беспокоит? Финансово, да, финансово, я вам скажу, я до сих пор, вот, значит... Я плачу ипотеку. Да, да. Да, вот это то самое. Это с 15-го года продолжается, да. И, значит, и вот даже когда сейчас пандемия, когда была, и, в общем, у нас мы просто практически остановились. Работы не было. И был, там начинало, там подходило 7-е число, и у меня начинался просто... Да, да. Вот, понимаете, что это такое. Вот. И вроде бы сейчас все выправилось, и вот осталось там, там 3 месяца, когда у меня все это заканчивается. Слава Богу. Да, слава Богу. Я просто жду этого. И там сейчас вот было там одни гастроли, там 4-дневные были, другие. И там супруга говорит, может быть, мы возьмем оплатим, да. Да, да. Я говорю, подожди, а вдруг какая-то ситуация, я говорю, не приведи Господь что-то, да, что-то, и, да, и да, мы да. останемся вот на мели. То есть всегда хочется, знаете, закрыть это, перекреститься и сказать, все. Да, да. Как да. будто этого не было. Но главное, нет, главное, что куплено там 2 квартиры, купил 2 однокомнатные квартиры, соединил их и сделал такое пространство огромное, 105 метров. О, прекрасно. Да, в Москве просто... это, сейчас это роскошь да. большая. Да, да, да. да. Квартира. Это же не в Москве, это мы в конце Химок. Там знаете, где... Сейчас по современной жизни в Москве называется. Да, 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 современной жизни в Москве. Удобно в аэропорт добираться. Прекрасно. 15 минут. 15 минут. В аэропорту. Шереметьево, да. Летать можно. Да. Скажите, пожалуйста, вот если обернуться... Ну, у каждого человека нормального, это, скажем, крылатые фразы, мудрости и так далее, которые говорят, что у любого человека, который в этой жизни хоть кем-то более-менее заметным стал, всегда были враги. Но есть враги такие, знаете, ну, как, кстати, ну, вот... Да. Ну, да. Но есть такие враги, о которых мы думаем, никогда, никогда ни рядом я не стану, не то, что руки не подам, в одном пространстве не буду находиться. И не просто враг, а потому что я точно понимаю, по каким там причинам. Вот у вас есть такие люди? Вы знаете, вот впрямую так, вот таких нет, хотя... Я, как пример у меня вот был, потому что там подавали в свое время, где-то года 4 тому назад, название.
на мое звание, значит, Народного артиста России, да. Тоже удивительно, почему до сих пор. Это поразительно. Да. Кому же еще давать? Да, да, и прошло, значит, уже какое-то все. Ну, в общем, документы должны были, по моим подсчетам, они должны были быть уже в министерстве и, так сказать, акцептованы. Потом, да. И проходит какое-то время, я начинаю звонить, чтобы это выяснить. И я говорю, вы знаете, ваших документов нет. Я говорю, подождите, как нет документов? Я говорю, это объемная папка, потому что там оттуда, отсюда... Целая история. Да, целая история там невероятная совершенно. Mm-hmm. Там просто до кем были родители до Октябрьской революции. И я говорю, как нет? И пропадает целый пакет документов. Потом мне звонят и говорят, вы знаете что, может быть, вот к вам есть такое предложение, давайте мы вам орден почета дадим. Я злой был на это самое. Я говорю, нафиг мне нужен этот орден почета. Потом я, когда рассказал дома, они говорят, ты сумасшедший? Он говорит, слушай, это орден почета, это шаг еще к званию. Да, то конечно. Есть, да. А я почему вы дадите мне... где документы? Короче, вот этот просто пакет пропал. Вот я знаю. Я начал вспоминать, так анализировать. Кто бы мог быть? Кто бы это мог быть, да. И был один человек, который... Он так завуалированно сказал. Он говорит, ну ладно, когда тебе понадобится, значит, звание, он говорит, я посмотрю, потому что я к этому имею прямое отношение. Вот такое было. Я не помню, какая ситуация была, когда я сказал, ну ладно, типа, что... То есть он набивался в этом смысле в друзья. А я не помню, почему это было. Ну, в общем, как говорится, мы не стали друзьями. А это все... вас... Это вот если можно, искренне совершенно, если возможно. Вообще же это обижает, что вам такая карьера и нет звания. Но да, это же обидно. Ну, конечно, обидно. Конечно, обидно. И просто... И сейчас там просто я был в департаменте культуры, и там замначальника департамента культуры, она сказала, когда мы начали говорить, она говорит, подождите, вам же вот в январе вам 75. Говорит, может быть, давайте подадим. Я говорю, от кого я буду подавать? Да. Она говорит, ну вот вы играете 20 лет, вот этот спектакль. Значит, вот может быть, так сказать, потому что она знала историю, что там есть, это как коммерческая организация, mm-hmm, которая... Mm-hmm. Там есть квота именно на вот коммерческую. Она говорит, давайте сделаем вот это. И вот сейчас вроде бы ее подписали, вот как мне сказали, что, значит, прошло кадры. Короче, в департаменте культуры подписали для прохождения Министерства культуры. У меня последний вопрос. Да, извините, что я долго так рассказываю. Нет, все точно. У меня последний вопрос. Если сочтете, что отвечать на него не нужно, пожалуйста, не отвечайте. Если на территории России начнется война, если вы спрячете своих детей или вы благословите их идти на войну? Вы знаете, я воспитывал там того же Димку. Всегда, в общем, он у меня служил. Он служил, правда, всего один год, потому что там у него была вот эта туберкулезная вся эта штука. Вот, его комиссовали. Но если понадобится, да, обязательно, потому что это страна, это то, что ты должен защищать как мужик, и как я бы сам с удовольствием пошел, честно я вам говорю, потому что моей вот у жены теперешней, у нее отец в прошлом полковник, он ПВО. Он в свое время, когда была недельная война с этими, с Египте. Да, да, да. Он сбил там даже этот самый... Израильские, американские самолеты, которые... Да, F-16 он сбил. Угу. 125-я вот эта ПВОшная.
установка, которая сейчас, как они называются, «Искандеры». Я думаю, что так же думают отцы и матери в Украине о своей ситуации, о своих детях. И я очень надеюсь и молюсь о том, чтобы этот ужас поскорее закончился. Да, это правда. Это как правда. Для украинских семей и детей, да, так и для российских. Да, потому что сейчас вот даже молодые ребята, я разговаривал там со своим одним таким приятелем, знакомый, ему 43 года, он в Суздале живет. Он говорит, просто ходил к маме на могилу, и я, говорит, видел, какое количество хоронят молодых. Говорит, вот только что там 22-25-летних, да, ребят. И это так страшно, что... Будем молиться. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Спасибо. Ваше здоровье. Спасибо, Саша, вам. Ваше здоровье. Спасибо за то, что вы позвали. Я очень безумно рад этому, потому что то, что вы делаете великие, просто великие дела. Абсолютно. И то, к чему вы, народ, как говорится, вот просто подвигаете, это настолько важно, что и вы им даете частичку своего ощущения мира. То есть вы не навязываете его, но вы их просто вот чуть-чуть к нему подталкиваете. Подталкиваете, потому что вот то, что я вам сказал, когда мы беседовали, вот то количество, маленькое количество счастья, которое вы двигаете, в смысле, дарите людям просто, вот просто так. Спасибо за слово доброе. Спасибо вам. Ваше здоровье. В эти дни, когда в наши дома пришло тяжелое время, о чем бы мы ни говорили, многие возвращаются к событиям, которые происходят в Украине сегодня. Тяжелым, сложным, очень противоречивым. Но что бы мы ни говорили, мы должны помнить, что мы говорим о трагедии, более о человеческих судьбах, жизнях. И горе приходит в российские дома и в украинские дома. И мне кажется, что в эти дни очень важно людям, которые не принимают решения, не могут ни на что повлиять, делать дело своей жизни честно, ответственно. Чем бы ты ни занимался, работал в поле, был водителем, ну или вот как я, делал много разных дел, но и вот эту программу «Дегустация личности». Потому что мне кажется, что здесь, в программе, я пытаюсь говорить о том, что о вещах, которые нас объединяют, делают родными. И мне кажется, может быть, ошибочно, может быть, это романтические иллюзии какого-то верхоглядства. Может быть. Но я все-таки думаю, что если мы будем говорить о том, что нас объединяет, о любви, о терпимости, о прощении, то, может быть, когда все это закончится, сохранится основа для того, чтобы создать крепкие, добрые, глубокие, настоящие искренние отношения, которые и должны быть отношениями семьи. Я благодарю вас за внимание к программе «Дегустация личности». Спасибо за то, что вы ее смотрите и оставляете комментарии. Здесь на экране вы увидите комментарий, который выбран нами последней нашей программы. И, конечно же, автор этого комментария получит мою книгу. Я отправлю автору лучшего комментария книгу с своим автографом. Это книга «Звезды а-ля Мишлен», которая содержит свои мысли как о ресторанном деле, как о деле организации концертных программ, так и несколько десятков интервью с замечательными людьми, актерами, режиссерами, политиками, журналистами, историками. Иисус говорил нам когда-то: будьте
мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. Быть мудрыми, как змеи, это означает быть осторожными, вдумчивыми, а быть простыми, как голуби, означает быть способными к объятиям, к теплу, к взаимопомощи и к терпению, которое нам сейчас очень нужно. Берегите себя.